Со мной случился случай, и стала я везучей. Вы будете смеяться и скажете: да ну, не надо волноваться, сейчас все расскажу. И путались мысли, дрожала рука, а просто в жизнь мою вера вошла. Вошла аккуратно, вошла не спеша, любовь и надежду с собой привела. А вера земная, родная, своя, в руках микрофон, малахитом глаза. А с ней оператор, смущенный слегка, серьезную тему пришлось им снимать. Россия, победа, ребенок, душа, отчизна и время, мама глаза. И вера земная, родная, своя, в руках микрофон, со слезами глаза. И вот решающий момент. Команда подготовила сюжет. Сюжет, в котором есть душа. Душа всех тех, кто, как всегда, свою работу сделал на ура. Если наша работа и вас вдохновляет на поэзию, милости просим, отправляйте свои произведения на нашу почту. Авторы лучших стихотворений будут награждены сертификатами на суммы от 5 до 14 тысяч рублей от наших спонсоров. Магазина домашней одежды и нижнего белья Dolce Vita, отдела женской одежды и аксессуаров Great Star, салона Люкс Оптика Zen Оптика и фитнес-клуба Alex Fitness. Итоги конкурса мы подведем уже в конце апреля. Сочиняйте на здоровье!